Более 2800 первичных организаций, без малого 500 000 человек. Именно так в цифрах выглядят сегодня профсоюзы Брещины. За полтора года, прошедших с момента проведения 7-го съезда Федерации профсоюзов Беларуси, в регионе удалось создать 149 новых первичек на предприятиях, в том числе и частной формы собственности. Однако процессу этому необходимо придать новый импульс. Здесь, скажем так, есть определенные достижения, есть определенные, скажем так, успехи. Многие руководители Брестской области пошли на то, чтобы навстречу трудовым коллективам, для того, чтобы создать, значит, первичные профсоюзные организации. Однако еще эта, скажем так, проблема не решена, и во многих организациях придется создавать, и не во всех, скажем так, организациях Брестской области. Мы видим понимание и шаги навстречу со стороны руководства предприятий. Среди вопросов, которые были обсуждены в ходе заседания, итоги смотра конкурса на лучшее районное и городское объединение, работа с обращениями граждан, функционирование групп общественного контроля, а также проведение новогодних и рождественских мероприятий. В рамках акции «Профсоюзы детям» представители структуры старались поздравить с праздником как можно больше юных жителей Брещины. Активная работа велась и на местах, и на областном уровне. Это акция «Профсоюзы детям» не только новогодняя, на детство и круглый год, это и оздоровление детей, и подготовка детей к школе, и 1 июня. Вот, то есть для кого-то это тоже праздничный, радостный день, дети-выпускники. Кроме подведения итогов деятельности организации за 2016 год, на мероприятии были озвучены и задачи, которые стоят перед профсоюзами в 2017. Несмотря на определенные успехи, еще есть над чем работать и в части увеличения количества первичек, и в части повышения эффективности их работы.